Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Марина Селиванова, и это вновь рубрика «Хиты века». Сегодня я не одна. Сегодня со мной вместе Андрей Матвеев, который уже в роли продавца-флориста находится на рабочем месте. Мы находимся в цветочном магазине, который называется «Дом роз» в городе Щелково. И сегодня мы попробуем себя в роли продавцов-флористов. Ой, какие красивые розы! Слушай, мы всего сегодня 101 розу продали. Надо бы нам увеличить сегодня продажи. Так, ну у нас, во-первых, еще букет заказали. Еще заказик есть? Да. Да ты что? Так что давай делать. Ну давай, давай. Давай, я. Давай, давай. Колючие. На, пока давай. Разбирай вот эти штучки. Ай, блин. Ты что? Да шипы тут острые. Слушай, береги свои пальцы, потому что они очень нужны. Я тебе предлагаю взять балалайку. Потому что мы же не просто будем сейчас букет делать. Короче, нам сама нужно, с ними разбирайся. Как-то с музыкальным уклоном. Я лучше на балалайке сыграю, да? Поехали. Немного теплее за стеклом, но в злые морозы вхожу в эти двери, словно в сад июльских цветов. Я их так хочу согреть теплом, но белые розы у всех на глазах я целовать и ладить готов. Я их так хочу согреть теплом, но белые розы у всех на глазах я целовать и гладить готов. Белые розы, белые розы, беззащитные шипы, что с вами сделал снег и морозы, лед витрин голубых. Люди украсят вами свой праздник лишь на несколько дней и оставляют вас умирать на белом, белом холодном окне. Па-па-па-рам-пам-парурам-пам-пам.
А это тебе за хорошую песню. Ой, спасибо. Может, не зарядуй, ничего?